Я хочу сегодня рассказывать об одной, с моей точки зрения, очень красивой задаче комбинаторики, которая на самом деле имеет очень серьезные выходы на серьезную математику. Разумеется, у меня сегодня не будет возможности говорить о продвинутых математических задачах, которые с помощью вот этой вот задачки модельно решаются. Я просто расскажу красивый школьного характера пример на то, как устроена эта задача, потом вложу его в более серьезный математический контекст, но, конечно, про большие приложения говорить не буду. Вот. Значит, тема того, о чем я собираюсь говорить, называется «Системы общих представителей». Я эту тему очень люблю, довольно много где рассказывал. А на самом деле мне интересно, вот в этой аудитории присутствуют в основном школьники каких классов? Ну вот, скажем, поднимите руки те, кто учится в 11 классе. Не очень много, а в 10-м? О, подавляющее большинство. А вот так, на будущее, вы мне скажите, кто из вас знает, что такое логарифм? То есть я не собираюсь сейчас говорить про логарифмы, но в принципе, если будет возможность, я с удовольствием их тоже употреблю. Ну отлично, я вижу, что довольно многие, так что может быть мы сумеем дойти и до вполне серьезных приложений и вещей. Но начну я, конечно, с каких-то совершенно простых постановок. Давайте рассмотрим такую модельную олимпиадную задачу. Задача олимпиадного характера, которая вполне мотивирует всю дальнейшую деятельность. То есть мне не хочется сразу наводить какую-то тень на плетень, рассказывать какие-то сложные абстракции, а я буду действовать в терминах совершенно простого, общепонятного примера. Вот смотрите, есть у нас 20 школьников. В этой аудитории школьников, по-видимому, все-таки больше, но вот давайте считать, что у нас всего есть 20 школьников. Каждый из этих школьников рвется поучаствовать в олимпиаде. Значит, олимпиада крутая, она будет происходить в Австралии. Почему в Австралии, я сейчас поясню, это тоже нужно для мотивировки задач. Значит, олимпиада будет происходить в Австралии. Ну и те, кто организует олимпиаду, они, конечно, хорошо понимают, что в рамках этой олимпиады будут какие-то задействованы известные задачки, то есть задачки на известные темы. Ну, понятно, что там, наверное, будет какая-нибудь геометрия. Поэтому, давайте что целиком, геометрия. Поэтому, вообще говоря, хорошо бы, чтобы в команде, которая будет отправлена на олимпиаду в Австралии, присутствовали те вот из этих 20 школьников, которые максимально сильны в геометрии, правда же? Хорошо бы отправить такую команду, которая действительно победит. Поэтому разумно отобрать среди этих школьников лучших специалистов в области геометрии, тех, кто лучше всего решает задачки по геометрии. Ну, давайте для определенности отберем 6 самых лучших. То есть устроим какое-то предварительное испытание и посмотрим, какие 6 человек с ним справятся наилучшим среди всех вот этих 20 образов. Ясно, что в олимпиаде также будут какие-то задачки по комбинаторике. И опять же нам хочется, чтобы в нашей олимпиадной команде присутствовали наилучшие специалисты в области комбинаторики. Среди вот этих 20 школьников, которые рвутся на олимпиаду. Значит, давайте отберем, опять же, 6 самых лучших комбинаторов среди наших 20. Устроим испытание, посмотрим, кто самый лучший. И вот 6 самых лучших отберем. Дальше есть какая-нибудь теория чисел. Теория чисел. По ней мы тоже отберем 6 самых лучших. Ну и так далее. Понимаете, да, что происходит? Давайте считать, что всего предметов 18 штук. 18 предметов. Задачка модельная, это, конечно, очень много, но вот давайте считать, что предметов 18 штук. И по каждому из этих 18 предметов мы отобрали
Вот интересно, шестерых или пятерых мне лучше? Знаете, что может лучше пятерых? Знаете, пятерых отделать? Это не важно. Не надо. Для моих расчетов дальнейших будет лучше 5. Давайте каждый раз отбирать пятерых лучше. Шестерых, а пятерых. Но предметов все-таки 18. Предметов все-таки 18. И вот по каждому из этих 18 предметов мы нашли пятерых лучше. Теперь вопрос к аудитории. Понимаете ли вы, что вообще говоря, среди пятерки вот этих вот лучших геометров вполне могут оказаться и лучшие комбинаторы, и лучшие числовики? И вообще очевидно, что вот эти множества, вообще говоря, пересекаются. Потому что всего у нас 20 школьников, 18 предметов и по 5 школьников на каждый предмет. Ну, 90 очевидно больше 20. То есть, конечно, эти множества пересекаются. Поэтому возникает следующая задача. Нам хочется отобрать команду в Австралию как можно меньшего размера. Понимаете почему? Потому что Австралия далеко. Билеты стоят очень дорого. Конечно, мы могли бы взять и всех 20-рых отправить, но понятно, что они покроют все предметы и все будет замечательно. Но 20 слишком много, это не компактно. Вот вопрос такой, как бы отобрать команду поменьше, чтобы не слишком напрягать спонсоров. Но с условием, что в этой команде есть хотя бы один представитель. Хотя бы один представитель для каждой из вот этих вот лучших пятерок. Для каждой из наших лучших пятерок. То есть нам хочется, чтобы в команде присутствовал хотя бы один лучший геометр, который, в принципе, вполне может оказаться и одним из лучших комбинаторов. Или там числовиков, или еще кого-то, алгебраистов. Нам хочется, чтобы в команде присутствовал хотя бы один наилучший комбинатор, который, в принципе, возможно, совпадает с кем-то из лучших геометров, числовиков и так далее. Но при этом нам хочется, чтобы команда была как можно меньше по размеру. Вот понятна постановка вопроса? Такая совершенно естественная постановка. Мы отобрали лучших по каждому предмету. Теперь мы хотим выбрать по представителю из каждой вот этой пятерки лучших, но так, чтобы этих представителей в итоге было как можно меньше. Чтобы денег пришлось за Австралию платить не так много. Вот как тут нужно действовать? В зависимости от того, как среди этих 20 школьников распределены 5 лучших геометров, 5 лучших комбинаторов, 5 лучших числовиков и так далее, ответ на этот вопрос может получиться совершенно разный, правда же? Ответ зависит от того, как устроены вот эти пятерки. Ну, например, представьте себе, что все эти пятерки просто совпадают между собой. Ну, вот такое чудо случилось, что среди наших школьников и 5 геометров, и 5 комбинаторов, и 5 числовиков и так далее, это все одни и те же люди. Ну, вот такие замечательные школьники, что они суперски решают и геометрию, и комбинаторику, и теорию чисел в одинаковой мере. Тогда какой будет ответ на этот вопрос? Очевидно, один любого лучшего геометра, который, как мы поняли, является при этом лучшим комбинатором, лучшим числовиком и так далее, можно отправить в Австралию и быть уверенным, что он победит, потому что он вот такой замечательный и лучший. Значит, в этом случае ответ на поставленный вопрос вообще один. Но если эти пятерки как-то более хитро взаимодействуют друг с дружкой, то, вообще говоря, ответ может получиться и гораздо больше. Давайте я сформулирую такое утверждение. Утверждение 1. Как бы ни были устроены пятерки лучше,
устроены для тёрки лучше. Всегда хватит, ну не одного, конечно, одного не всегда хватит. Всегда хватит 7 человек. Ну, я думаю, что все присутствующие прекрасно понимают, что всегда 20 хватит. Вот это, я думаю, понимают все. Но 20 это слишком много. Это вообще все наши школьники. А вот как бы доказать, что действительно хватает всегда 7? То есть как бы ни были устроены эти пятерки, мы всегда можем найти вот таких вот семерых лучших, которые покрывают все нужные нам области знаний. Ну, не знаю, что вы имеете в виду под самым плохим случаем, потому что непонятно, что здесь является самым плохим случаем. Предположим, что вот у нас и геометрия 5, комбинаторик у нас разные, не те же самые люди, а все разные люди, 5. Все другие отличные от геометрии, да? Теория чисел 5, и вот последующие, но они в любом случае будут пересекаться. По-моему, вы пытаетесь наоборот найти какой-то случай, который... То есть доказать, что бывают ситуации, когда потребуется достаточно много людей в команду. В общем, есть. Давайте я это докажу. Есть такой замечательный способ доказательства утверждения. Есть такой замечательный способ, который называется жадный алгоритм. Поднимите руки, кто когда-нибудь слышал это выражение? Не очень много, вот значит будет хорошо. Есть такое выражение, жадный алгоритм, которое возникает очень часто в информатике. Ну, здесь-то смысл совсем простой. Жадный алгоритм. Мы сделаем следующее. Мы попробуем найти в нашу команду. Мы же команду хотим набрать, правильно? Мы попробуем взять в нашу команду самого умного товарища. Самого умного — это значит того, кто знает самое большое количество предметов. Вот в качестве первого участника команды, которую мы собираемся сейчас набрать, в качестве первого участника команды возьмем самого умного. Ну, он может быть не единственным, конечно, но вот какого-нибудь из них. Возьмем, давайте я так напишу, одного из самых умных. Одного из самых умных. То есть... Одного среди тех, кто знает самое большое количество предметов, кто входит в самое большое количество пятерок. Давайте попробуем понять, а насколько много предметов знает вот этот самый умный человек, заведомо знает. То есть, конечно, может случиться, опять же, что у нас есть человек, который знает все 18 предметов. Так может случиться, но может и не случиться. А мы хотим сказать, что самый умный всегда знает много предметов. Вот сколько заведомо он знает, самый умный? Пять. Сколько? Пять. Пять? Почему пять? А потому что если предметы вот распределяются так, что вначале все пятерки распределяются, чтобы каждый был только одним. Ничего не пойму. Ну, вообще ответ не исключено, что правильный, кстати. Да. Вот это правильно, да. Это правильно. Значит, смотрите. Действительно, каждый предмет лучше всего знает 5 человек. Предметов всего 18. Поэтому в сумме у нас получается как бы 90 человек, да? А всего школьников 20. Но вы знаете ведь, что такое принцип Дирихле? Так вот, ясно, что есть, но я могу это подробнее объяснить, если непонятно. Давайте я попробую это сказать методом убеждения. Но если вы скажете, что нет, мы не понимаем, тогда я буду подробнее это объяснять.
Вот ясно, что по принципу Дирихле есть один из 20 человек, который знает уж никак не меньше, чем вот столько предметов. Входит никак не меньше, чем в такое количество пятерок. Нужно ли это объяснять все-таки? Всем понятно? А? Я готов объяснить подробнее. Ясно, что по принципу Дирихле есть человек, который входит не менее, чем в такое количество пятерок. Что это такое? Это 90 поделить на 20. Это 4,5. Но количество пятерок — это все-таки целое число, правда же? Значит, наверное, есть человек, который входит по крайней мере в 5 наилучших команд. Вот если мы возьмем одного из самых умных, то этот человек разом покроет по крайней мере 5 предметов. Все понятно, да? Отлично. Значит, если мы этого парня взяли в нашу команду или девушку, он покрыл какие-то 5 предметов, или она, сколько у нас осталось непокрытых предметов? 13. Ну, осталось 13 непокрытых предметов, потому что всего было 18, извините, непокрытых предметов. Теперь, сколько у нас осталось людей, которых мы можем задействовать? У нас осталось 19 человек. У нас осталось 19 незадействованных человек. Ну, а наилучших опять 5 в каждом предмете. Правда? Ну, давайте действовать по тому же принципу. Мы возьмем 5, умножим на 13 и поделим на 19. Это будет нижней границей для того количества предметов, который будет знать следующий по уму человек. Понимаете, да? То есть мы опять возьмем самого умного из оставшихся. Вот их осталось 19 человек. И из них мы возьмем самого умного. Тогда он будет знать не менее, чем столько предметов из числа оставшихся 13. Совершенно понятно, или нужно подробнее писать? Не нужно. Так, это у нас что такое? 65 поделить на 19. Это больше 3, да? 3,4. Да, это примерно 3,4, что-то такое. Поэтому мы можем сказать, что вот этот вот следующий по уровню ума товарищ, он покрывает по крайней мере 4 предмета среди вот этих 13 оставшихся. По крайней мере 4 предмета. Так, значит, смотрите, мы взяли одного человека, Чи-1 это мы взяли человека, который знал по крайней мере 5 предметов. Потом мы взяли человека с номером 2, и он знал по крайней мере 4 предмета из числа вот этих оставшихся 13. Значит, в тот момент, когда мы берем второго товарища, остается 9 предметов, которые все еще нужно покрывать. Успеваете? Остается 9 предметов, которые все еще нужно покрывать. Ну, я думаю, понятно, что надо сделать. Надо 5 умножить на 9 и поделить на 18. Потому что людей осталось 18 еще не задействованных. Так, получится 45 поделить на 18. Это 2,5. Округляем, как обычно, вверх, получаем троих. Три предмета. Для человека с номером 3. В результате остается 6 непокрытых предметов. Мы берем, умножаем 5 на 6 и делим на 17. Ну, 2, понятное дело. Верхняя целая часть от 5 умножить на 6 и поделить на 17 – это 2. Поэтому, когда мы берем четвертого товарища, у нас остается 4 предмета, которые все еще нужно покрывать. Не очень я разогнался, понятно? Но все просто. Так. 4 надо умножить на 5. Поделить на 16. 20 на 16 больше единицы, поэтому снова 2. Взяли человека с номером 5, осталось 2 непокрытых предмета. Ну, а дальше к каждому из этих предметов применяем своего человека как максимум. Поэтому у нас возникает человек 6, человек 7.
все семерыми, мы заведомо покроем все предметы. Как бы они ни были устроены изначально, 7 человек всегда хватит. Так, всем понятно, что я доказал утверждение. А теперь возникает следующий вопрос. Ну, жадный алгоритм — это хорошо. Понимаете, почему он жадный? Да, мы каждый раз захапывали самого умного, самого жадного. Он больше всех знал. Но может быть, он не оптимальный. Может быть, бывают ситуации, когда... Вернее, нет, может быть, вообще всегда хватит, например, 3. Ну, ну и что? Вот давайте я задам вопрос аудитории. Как вам кажется, какого числа людей все-таки не хватит, вообще говоря? Надо привести пример какой-нибудь раскладки по вот этим специалистам, да, самых лучших 5. Когда потребуется все-таки много народу в команду? Вот много — это сколько, с вашей точки зрения? Насколько много иногда может потребоваться? А, сколько? 4. Отличное предложение. Я думаю, что про 4 понимать должны, по идее, все. Почему 4 иногда потребуется? Вопрос очень простой. У нас 20 человек всего, да? И мы выбираем из них 5 лучших. Когда потребуется 4? Ну, когда 4 из этих 5 просто не пересекаются. Ну, давайте я нарисую картинку. Утверждение 2. Бывают ситуации, когда 3 человек не хватит. Мы действительно доказываем это утверждение. Доказываем его вот так. Вот есть у нас 20 человек. Давайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Не лезут. Ой, какая досада, да? 7, 8, 9, 20. Теперь влез. Проредил. Это люди. Их 20 штук. Вот давайте предположим, что самые лучшие геометры — это вот эти ребята. 1, 2, 3, 4, 5. Вот эти вот ребята — это самые лучшие геометры. Давайте предположим, что 1, 2, 3, 4, 5, вот эти вот ребята — это самые лучшие комбинаторы. Дальше 1, 2, 3, 4, 5. Это самые лучшие специалисты по теории чисел. И, наконец, 1, 2, 3, 4, 5, последние 5 – это самые лучшие, ну, скажем, алгебраисты. Ну, вы мне скажете, извините, тут 4 предмета указано, а у нас 18. А мне плевать на остальных. Потому что, смотрите, уже когда мы желаем выбрать лучшего геометра, лучшего комбинатора, лучшего числовика и лучшего алгебраиста, ведь очевидно, что надо брать одного человека отсюда, отдельно одного человека из этого множества, отдельно одного отсюда, отдельно одного отсюда. То есть 4 потребуется взять обязательно. Как бы ни были устроены ребята, которые знают там... Что еще бывает? Какие еще предметы бывают? Обществознание, да, это прекрасно. Нет, ну в математике что-нибудь там, что-нибудь еще в математике надо придумать. А? Теорию вероятности. Вот, гениально совершенно. Вот мне совершенно наплевать, какие 5 хорошо знают теорию вероятности. Потому что я заведомо должен представить вот эти вот предметы. А чтобы их представить, я должен взять по представителю из каждого. Поэтому 3 человек, тут мы не
никак не хватит, как бы ни были распределены остальные. Все понятно? Очень простой пример. Ну, давайте продолжим размышлять. Как вам кажется, что правильно, 4 или 7? Ну, может быть, бывают ситуации, когда и 4 не хватит. Или наоборот, 7 это слишком грубо. И вообще говоря, вот это вот самая плохая конструкция, какая только может приключиться. Вдруг у кого какие идеи, сходы есть? Что можно из этих двух оценок улучшить? 7 или 4? Ну что-то одно точно можно улучшить, может обе. В итоге должно получиться какое-то одно число. Ну, например, 5 или 6. Которое означает следующее, вот 6 скажем. Что 6 в команду всегда можно взять, и бывают ситуации, когда 5 не хватит. Ну или там 7 в команду всегда можно взять, и бывают ситуации, когда 6 не хватит. Вот какой-то должен быть один итоговый ответ. Совершенно определенно. В наихудшей ситуации сколько требуется народу для того, чтобы поехать на Олимпиаду и победить. Так, опять откуда? Это вы пример какой-то придумали лучше, чем этот, или что? Но у нас запас прочности очень большой. Видите, я тут задействовал только 4 предмета. У нас же 18 предметов, правда? Может, если я сейчас вот эти вот 5 здесь так сильно накручу ужасно, и у меня получится гораздо больше? Потребуется гораздо больше. Ну как? Нет идей? Как улучшить жадный алгоритм или как улучшить эту конструкцию? Ну ладно, не буду. А, вот есть какое-то предложение. Мне кажется, больше, чем 4 вообще не потребуется, просто кроме как вот эти 4, это самый худший случай, который может произойти. Нет. Сейчас я вас перехитрю. Ну а почему, собственно, это самый худший случай? Видите, только 4 предмета задействованы, их же всего 18. 18. Так можно намешать между собой. А ну и что? Может быть, у них есть общие представители. У них 4, у этих 4, эти 4, они общие. Вот такое может случиться. Ну ладно, давайте я не буду вас мучить. А? Команда может по 2 предмета знать? А, может, но и слава богу, если она знает, значит верхняя оценка просто улучшается. Не 7 будет там, а 6 или меньше. Почему 8? Нет, нет. Если у нас команда знает 2 предмета, ну и слава богу, мы возьмем представителя одного всего лишь, и он будет знать оба этих предмета. Все, его достаточно послать на Олимпиаду, чтобы он эти предметы покрыл. То есть совпадающие множества на самом деле вообще нет никакого смысла рассматривать, если мы хотим улучшать вот этот результат. Наоборот, чем больше множеств совпадает, тем легче выбрать представителя, который является общим для всех. Хочется, чтобы эти множества сильно различались в каком-то смысле между собой. Сейчас я вам приведу совершенно замечательную конструкцию, которая пока вот никому в голову не пришла. Утверждение 3. Бывают ситуации, когда 5 не хватит. То есть бывают ситуации, когда в команду нужно обязательно взять хотя бы 6 человек. Очень, очень близко к окончательному ответу. То есть 7 всегда хватает, а иногда требуется 6. Доказательство. Так. Ну, давайте я вот это просто перерисую, чтобы заново точки не ставить. Но хочется нарисовать какую-то конструкцию из 5, да? Которую трудно представить. То не вообразить, в смысле, а для которой трудно выбрать представителя. Вот смотрите, давайте сделаем такой финт. Возьмем 1, 2, 3, 4, 5,
шесть первых человек. Не пять, как раньше, а шесть. И вот из этого множества, состоящего из шести человек, выберем все возможные пятерки. Сейчас я это напишу. Выберем все пятерки, которые можно образовать из первых шести человек. Можно образовать из первых шести человек. А сколько таких пятерок? Все понимают, что шесть, да? Значит, давайте я это зафиксирую. Этих пятерок шесть штук. Пятерок шесть штук. Все возможные пятерки вот отсюда. Ну, первая пятерка – это, скажем, лучшие комбинаторы, вторая пятерка – это лучшие геометры, ну и так далее. Догадываетесь, что я сделаю дальше? Я делю еще 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это можно догадаться, потому что всего предметов 18, как вы помните. Отделяем еще 6 человек. И из этих шестерых снова составляем все возможные пятерки. Так, берем еще 6 пятерок. Образованных людьми с номерами от 7 до 12. Образованных людьми от 7 до 12 человека. Их как раз 6 вот этих вот. И из них мы составляем все мыслимые пятерки. Ну и, наконец, отделяем последних шестерых. И из них тоже составляем 6 пятерок. Так, и еще 6 пятерок из последних, ой, плохо считаю, да? Так, 2 остается. 2 остается, да, виноват, не из последних, а вот еще из вот этих, не из последних, конечно, а из еще 6 людей, из еще 6 людей. Конечно, людей у меня 20, поэтому последних двоих я вообще не задействовал. Я задействовал первых шестерых, из них собрал все возможные пятерки. Задействовал следующих шестерых, вот этот 12, из них собрал все возможные пятерки. И задействовал вот этих шестерых, последние 18, из них тоже собрал все возможные пятерки. Так, сколько у меня получилось пятерок в итоге? 18. Разумеется, 18. И таким образом мой лимит предметов в аккурат выбран, просто вот идеально по самую границу. А людей я даже не всех задействовал при этом. Ну и ладно. Ну остались два несчастные. Они никуда не попадут. Они не умные. Аутсайдер. Так, давайте подумаем. Вот в этой конструкции скольких людей в команду нам придется взять по необходимости? Действительно 6, потому что, смотрите, вот в этой группе нам одним человеком ну никак не обойтись. Потому что какого бы человека мы ни попытались взять в команду, ну, например, вот этого, мы всегда найдем предмет, составленный из вот этих ребят. И этот предмет не будет этим человеком покрыт. Понимаете? Там возьмем этого парня, а ему не повезло, он не знает вот этого предмета. Мы же все пятерки. Вот это понятно? Да. То есть на вот эту вот команду требуется как минимум 2 человека. И здесь тоже как минимум 2. И здесь тоже как минимум 2. Итого всего как минимум 6. Видите, какая красивая конструкция? Ну и тут возникает главная интрига сегодняшнего дня, потому что у нас всего есть одна альтернатива,
либо 6, либо 7. И что же все-таки правильно? Но за все есть какие-то доводы. Что 6 правильно, но вроде мы все 18 предметов уже под завязку задействовали. Но с другой стороны, у нас есть 2 человека, а может мы их задействуем, будет лучше. Ну или как-нибудь еще более круто намешаем. То есть непонятно. Ну вот давайте... эту интригу сохраним. Объявим среди присутствующих, ну я не знаю, не конкурс, конечно, потому что я не думаю, что вы решите эту задачу прямо сейчас. Но если захотите, вы можете решать ее в будущем, скажем, я всегда на связи. Так вот, интрига, которую я собираюсь так и оставить интригой, это что же все-таки верно? Что же все-таки верно? 6 или 7. И вообще говоря, человеку, который мне пришлет правильный ответ с правильным обоснованием, ну или сегодня вдруг расскажет, если такой у меня найдется, я готов чего-нибудь хорошее подарить. Книжку, например. Или конфетку. Я думаю, что будет очень уместно, если вы сами подумаете над этой задачкой. Это довольно интересно и увлекательно. Попробуйте решить. Если у вас хватит силёнок и мотивировки написать мне ответ, это будет здорово, да? 7. Почему 7? Потому что это просто справедливо, что 2 осталось. Что-что? Ну, 2 осталось, а нам предмет больше пикать некуда. А у нас некуда напихать пятерку больше, мы все 18 задействовали. Мы уже 18 пятерок исчерпали вот здесь, в этой конструкции. Все 18 предметов, какие нам нужны, мы описали. У нас 19 предмета нет, понимаете? Поэтому нам, ну, как бы, сюда не запихнешь шестерку-то, в принципе, пятерку-то, в принципе, вот сюда. Да и неоткуда ее взять, все 18 уже выбраны. Понимаете, нет? Что? А тогда 6, потому что не смогли дополнить эту конструкцию. Я понимаю, да. Ага. Чтобы меньше было затрат. Это общее рассуждение. Надо какое-то доказательство строгое. Ну ладно, подумайте, в общем, подумайте. Это хорошая интрига. Я думаю, что если кто-нибудь решит... Так, мой электронный адрес для желающих вот такой. Тому, кто действительно правильно это решит, я гарантирую приз. Вот. Ну, подумайте, подумайте. Не торопитесь, это не очевидно совсем. А это распространяется на весь мир или только на присутствующих? Что, приз? Это будет лежать в интернете. А, ну хорошо, пусть весь мир поработает. Ну, давайте так, я сделаю так. Первым трем приславшим я дам приз. Но я же не могу всем дать приз, понимаете? Лучше первым 3 миллионам. А? Первым 3 миллионам. Ну там первым 10 могу, но не 3 миллионам. Хорошо, давайте договоримся первым 10, хорошо. Первым 10 дам приз. Но 3 миллионам не дам, не могу, нет сил. Сейчас я хочу поставить нашу задачу в таких абстрактных терминах. То есть, если до сих пор мы говорили о совершенно конкретном количестве школьников, совершенно конкретном количестве предметов и совершенно конкретном количестве лучших школьников по каждому предмету, то теперь мы рассмотрим абстрактную постановку той же задачи для произвольных параметров. Ну, звучит страшно. Давайте сделаем следующее. Пусть вот такая вот красивая буквица R с индексом N. Это отрезок натурального ряда, то есть множество чисел от единицы до n. Чтобы вы сразу не отрубились, давайте я скажу, вот это наши люди, это наши школьники. Но теперь их не 20, а теперь их сколько-то. Ну вот мы их количество обозначили за n. Обобщим. Так, теперь давайте... Пусть у нас S предметов. Не 18, как раньше, а вот какое-то количество S.
Не очень страшно? Страшно. Уже страшно. Как быстро вы, а? Вот давайте не 18 предметов, а S. Но вы же помните, что по каждому предмету мы выбирали лучших, да? Вот давайте множество этих лучших обозначим вот такими буквами M1 и так далее MS. Каждое из этих множеств, конечно же, является подмножеством в R. Это просто некоторый набор наших школьников, которые обладают наилучшими способностями в данном предмете. Терпимо? Или все? Терпимо. Давайте количество элементов в множестве, обозначать значком модуля. То есть мощность M1 обозначается вот так. Мощность – это количество элементов в данном множестве. Давайте считать, что их k. То есть мы выбрали k лучших школьников по предмету с номером 1, k лучших школьников по предмету с номером 2 и k лучших школьников по предмету с номером s. Что такое наше k было раньше? 5, конечно. А сейчас это какое-то k, оно тоже общее для всех предметов. Мы всякий раз выбираем k лучше. 5 там или 10, ну как захочется. Давайте введем такое определение. Множество S большое, которое, разумеется, является подмножеством множества Rn, называется системой общих представителей для совокупности составленной вот из этих вот M1 и так далее MS, если немножко не уместилось, давайте я вот здесь продолжу. Если S в пересечении с M прямым итом не пусто для любого и от единицы до S. Так, это звучит крайне абстрактно. Давайте разбираться, потому что довольно страшно. Или все понятно? Но смотрите, вот мы зафиксировали вот этих вот, представляете себе, пятерки, да? Но только это уже не пятерки, а это наборы мощности K. Это кашки людей. Кашки. Ну, пятерки, кашки. Вот такие кашки людей, они зафиксированы. Говорите, давайте назовем систему общих представителей для совокупности этих кашек. Для всей совокупности этих каш. Назовем систему общих представителей такое множество людей, такой набор элементов отсюда, такое множество людей, что оно пересекается не пустым образом с каждой из каш. Что это значит? Это значит, в S есть хотя бы один представитель из этой кашки. Пересечение не пустое. Есть хотя бы один представитель из кашки с номером 2 и так далее. Есть хотя бы один представитель из кашки с номером S. То есть, что такое система общих представителей в наших прежних терминах? Это команда. Не сколько, а это множество, это команда. Система общих представителей – это на самом деле просто команда. Так, вот сейчас стало понятно? Нужно еще что-нибудь пояснять, нет? Это определение понятно.
Но! Смотрите, я ведь нигде не сказал, что эта команда должна быть самой маленькой среди возможных. Пока я назвал словом «система общих представителей», вернее, выражением «система общих представителей», любую команду, в том числе в СОРН, вполне подходит. Успеваете? Давайте определим самую маленькую. Введем такое обозначение. Обозначим. Через тау от m количество людей или элементов, количество элементов в самой маленькой системе общих представителей для m. В самой маленькой системе общих представителей, я буду сокращенно писать SOP. SOP – это система общих представителей. В самой маленькой системе общих представителей для m. Так, чтобы это определение стало действительно понятным, надо вернуться к тем нашим утверждениям, которые мы доказали на первой части лекции. Давайте вспомним эти утверждения. Вот, например, было у нас утверждение 1. Утверждение 2, в котором была дана явная конструкция некая. Давайте я опишу в новых терминах результат утверждения 2. Помните, что такое утверждение 2? Что 4 человека обязательно требуется. Но потом мы выяснили, что и 6 требуется. Ну, давайте начнем с 4. Значит, как там было все устроено? Там n равнялось 20. Так. Чему равнялось m1? В той конструкции. Давайте вместе вспомним, чему равнялось m1. Ну не 5, а это множество, состоящее из каких-то элементов. Вот каких? Ну нет, это 1, 2, 3, 4, 5. Мы брали в качестве первой пятерки первых пятерых людей. Помните это? Или забыли уже? Ну, наверное, помните. Так, а m2? Это 6, 7... 8, 9, 10. М3 это 11, 12, 13, 14, 15. И, наконец, М4 в той конструкции это 16, 17, 18, 19 и 20. А что надо сказать про остальные М-ки? Кашки. Любые. Они любые. М5 и так далее, М18 это любые вообще пятерки, какие только себе можно измыслить. Так в чем же состояло в новых терминах наше утверждение 2? Оно состояло вот в чем. Утверждение 2 равносильно в наших новых обозначениях такому факту. Если мы возьмем тау, то есть размер самой маленькой системы общих представителей для вот такой вот совокупности m1, m2, m3 и так далее, m18, вот именно для этой, которая здесь описана, то что можно сказать про это тау? Не меньше 4. Совершенно верно. Оно больше или равно 4? Утверждение нам говорило, что для такой совокупности пятерок никак нельзя выбрать троих человек в команду. Всегда хотя бы четверо потребуется.
Стало сейчас понятнее, что такое тау? Отлично. Ну а, соответственно, утверждение 3, оно было равносильно тому, что тау от той совокупности множеств, которую мы там построили, то есть от 18 этих множеств, больше равняется 6. Правильно? В этом состояло утверждение 3. А в чем состояло утверждение 1? А утверждение 1 вот в чем состояло. Сейчас я напишу. Утверждение 1, оно было равносильно тому, что для любой... Квазит-семи человек. Да, ну, не просто квазит-семи, а там не превосходит семи. Я хочу в этих терминах. Для любой совокупности M, состоящей из множеств M1 и так далее, M18, для любой совокупности, которая состоит из 18 множеств, ну и, естественно, каждое из этих множеств является пятеркой, тау от m не превосходит 7. Вот утверждение 1 в новых терминах. Я надеюсь, что после этого эти термины не столь ужасны. Правда? Так. Давайте попробуем пополучать какие-нибудь общие оценки для вот этой величины tau от m в зависимости от величин nks. Вот здесь мы получали оценки в специальном случае, когда n равно 20, s равно 18 и k равно 5. А если у нас nks какие-то другие, оценки же тоже как-то изменятся, правда? Да? Вот, давайте попробуем доказывать какие-нибудь теоремы. Теорема 1. Давайте использовать еще такое выражение. Совокупность M с параметрами NKS. Понятно, что это значит? Вот эта вот совокупность с параметрами, 25 и 18. Так, понятно, нет? Так. А, я, кажется, понял. А поднимите руки, кто понял? Что значит с параметрами? Ну, параметры даны у вас. Ну, вот здесь даны параметры. M равно 20, S равно 18, а K равно 5. K равно 5. Сейчас понятно? Ну, вот. Значит, давайте так. Пусть M... произвольная совокупность. Но сейчас я на всякий случай, чтобы всем было точно понятно, это расшифрую, а потом уже не буду расшифровывать. Значит, пусть M — это произвольная совокупность с параметрами NKS. То есть M состоит из S множеств, M1 и так далее, MS, таких, что каждая из них является подмножеством Rn, и мощность каждого из них равняется K. Вот просто расшифровка того, что значит совокупность с параметрами NKS. Она состоит из S множеств, каждая из этих множеств само состоит из K элементов, и каждый из них лежит в множестве, состоящем из n элементов, из n первых натуральных чисел. Вот это в точности означает, что m с параметрами nks. Еще разок поднимите руки, кто понимает, что происходит, пожалуйста. Чтобы мне мониторировать ситуацию, ну и слава богу. Слава богу. А утверждение тривиальное. Тогда... Ну, надо начинать с тривиальности, иначе мы сдохнем сразу. Знаете как? Цыган лошадь без воды приучал жить. Никогда не слышали? Но он по капельке каждый раз убавлял, и она постепенно привыкала жить без воды. Каждый день он давал ей на несколько капель воды меньше.
И в конце концов лошадь привыкла жить без воды, но потом сдохла. Вот. Так что если я сейчас на вас то же самое произведу, то вы сдохнете быстро. Давайте. Давайте. Тогда Тауатем не превосходит минимума из двух величин. Одна из этих величин S, а другая N минус K плюс 1. Сейчас я это докажу. Впрочем, лошади ничего не мешает подохнуть и так. Как бы я ни старался. Продлить ей жизнь. Вообще, еще один такой вот анекдотический разговор. Знаете, как должна быть устроена хорошая лекция? Хорошая лекция должна быть устроена так. Некоторая начальная часть понятна абсолютно всем. Следующая часть этой лекции должна быть понятна, ну, каким-то продвинутым слушателям, которые уже имеют там большое образование, условно говоря, профессорам. Следующая часть лекции должна быть понятна лектору. А концовка лекции, в общем-то, может быть непонятна никому. Значит, сейчас мы переходим постепенно в стадию, когда лекция понятна профессорам. Вот кто-то уже от нас ушел с испугом. Ну ничего, ничего, все пока просто. Доказательства. Доказательства. Ну что нам нужно доказать? Нам нужно доказать, что каждая из этих оценок справедлива, правильно? Тогда из них можно взять минимум. Ну докажем, во-первых, докажем, что tau от m не превосходит s. Друзья, не является ли это утверждение тривиальным? Вот смотрите, нам дана совокупность m, она состоит из s множеств. Ну давайте возьмем представителя отсюда. Любого. Возьмем любого представителя из М2. Может быть, он будет тот же самый. Ну и ладно. Возьмем из М3, возьмем из МС. Ну, С человек-то точно хватит? Тривиально. Отличный метод доказательства. Заявить, что оно тривиально. Но, по-моему, действительно тривиально, нет? Ну, просто взяли из каждого множества по представителю. Если какие-то представители совпали, их будет только меньше, чем S. Так что все в порядке. Так, вот интереснее гораздо, почему tau от m не превосходит n минус k плюс 1. Сейчас объясню. Рассмотрим множество. S большое, которое представляет собой набор 1, 2 и так далее, n минус k плюс 1. Так? Я утверждаю, что это множество служит системе общих представителей для нашей совокупности. Я утверждаю, что оно и есть искомое SO. Почему это так? Предположим, S не является SO. Не является SO для нашей совокупности M. Что тогда? Что это значит? Это значит, что есть... Есть множество, которое вообще с этим не пересекается, правильно? Ну давайте это напишем. Что есть m-нитая из m-полиграфическое такое, что, ну как я его присобачил, смотрите, девять мое дело,
такое, что S, пересеченное с M, это пусто. Что они вообще не пересекаются. Согласны? Тогда M и D заведомо лежит в каком множестве, если оно не пересекается вот с этим парнем? Где тогда находится наше M и D? Ну, вне его, правильно? Значит, оно вложено вот сюда. N минус K плюс 2, N минус K плюс 3 и так далее. Его просто не остается куда еще попасть. Некуда больше влезть. Верно? Так, а сколько здесь элементов? Сколько вот в этом кусочке элементов? K минус 1. К минус 1. Понимаете, почему К минус 1? Или пример привести? Это, по-моему, очевидно. Но элементов сколько надо из n? Вычесть вот этот левый конец и прибавить единичку. Будет К минус 2 плюс 1, то есть К минус 1. Здесь К минус 1 элемент. Ну, этот понятно. Или нет? К минус 1 элемент. Друзья, а сколько у нас по определению элементов в множестве m и d? K. Ну как же множество мощности K может лежать в множестве мощности K минус 1? Не бывает такого. Такого не бывает. Потому что m и d больше, чем то, куда оно оказалось вложено. Такого не бывает. Ну, значит, вот это предположение неверно. То есть S является SOP. И мы все доказали. Понятно? Мы предположили, что S не является SOP, и пришли к очевидному противоречию. K элементное множество лежит внутри K минус 1 элемента. Вот так не бывает. Значит, предположение неверное, и вот эта вот штучка действительно является SOP для нашей совокупности. Она все покрывает. О! Давайте действовать дальше. Это я могу стирать? Теорема 1 утверждала, что всегда tau от m достаточно маленькая. То есть она служила аналогом в каком-то смысле утверждения 1, правда же? А теперь давайте сформулируем какой-нибудь аналог утверждений 2 и 3. Он должен звучать так. Пусть n, k, s любые натуральные числа, ну, которые, разумеется, допустимы с точки зрения задачи. То есть понятно, что k должно быть не больше, чем n. K должно быть не больше, чем n. Ну, любые разумные натуральные числа. Тогда существует совокупность m с параметрами nks, такая, что tau от m больше не равняется минимума из s и целой части от n поделить на k. Вот бывает настолько плохая ситуация, что в ее рамках потребуется как минимум столько элементов в систему общих представителей. Понятно ли утверждение?
Значит, еще раз, предыдущее утверждение говорило, что для любой совокупности имеется оценка сверху, а здесь говорится, что существует совокупность, для которой есть оценка снизу, которая нельзя, не может быть представлена слишком хорошо. Как лошадь-то? Дохнет? Нет. Если плохо, вы меня притормаживаете. Будем обсуждать. Очень не хочу, чтобы лошадь померла сразу. У меня еще для вас тут такое есть в кармане, как это называется, это сюрпризец, подарок, который как раз гораздо более подходящий для того, чтобы погубить лошадь. Вот. Ну давайте это докажем. Давайте докажем это. Смотрите, здесь написан минимум. А оценка снизу. То есть это утверждение о том, что, ну, хотя бы одна из этих оценок справедлива. Поэтому давайте рассмотрим случай. Первый случай. Это случай, когда S не превосходит целой части от N на K. То есть минимум из вот этих двух величин достигается на величине S. В рамках первого случая давайте смотреть на вот такую вот ситуацию, когда минимум достигается именно на S. В этом случае... В этом случае надо доказать существование такой совокупности, что tau от m больше либо равняется s, раз уж минимум достигся именно на s. Правильно? Доказываем. Берем в качестве m1 множество, состоящее из чисел 1, 2 и так далее k. Берем в качестве m2 множество чисел, состоящих из k плюс 1, k плюс 2 и так далее 2k. И так далее. В качестве m с индексом s берем такую штуку. Это будет s минус 1 помножить на k плюс 1. Дальше s минус 1 помножить на k плюс 2. И так далее. А последнее будет s умножить на k. Ничего не понятно. Да? Рисую картинку. Вот наша RN. Вообще, я очень люблю здесь для смеха такую интерпретацию. Вот это вот кастрюля. Чтобы было больше похоже на кастрюлю, я увеличу вот эти вот границы. Наша задача построить совокупность под множеством. Это значит, надо в эту кастрюлю напихать сосисок. В эту кастрюлю надо напихать сосисок. Вот эти вот m1, m2, ms, которые мы раньше называли кашки, это на самом деле не кашки, это сосиски. Что такое вот эта вот сосиска? А вот это что такое? Это вот такая вот штука, которая заканчивается на элементе с номером k. Ну, смотрите, какая сосисочка. А что такое вот это? Это следующая за ней сосиска того же размера. Шлеп. И вот здесь у нас 2К. А что такое вот этот кошмар?
Это самая последняя сосиска, которая имеет номер S. Ну это же понятно. Это самая последняя S-ная сосиска. Я просто аккуратно ее записал, числа. Мы просто берем и последовательно напихиваем друг за другом вот эти сосиски. Знаете, вы можете себе представлять их даже, как они вместе полиэтиленом, да, запакованы, такая гирлянда из сосисок. И вот мы эту гирлянду просто кладем в линеечку вдоль нашей кастрюли. Понятно? Ничего не напоминает? Но это же конструкция из утверждения 1. Ой, из утверждения 2. Это же в чистом виде конструкция из утверждения 2, правда ведь? Мы там тоже брали пятиэлементные множества, которые друг за другом шли последовательно. Ну и здесь такая гирлянда из сосисок получилась. Смотрите, мы набрали S множеств, как и хотелось. Вот они, эти S множества, 1, 2, 3, S. Какая у них тау, какая у них минимальная сок? Но мы же обязаны взять по представителю из каждой сосиски. Правда? Ну, S, конечно. То есть, если вот из этих вот сосисок собрать совокупность M, то тогда tau от M очевидно равняется S. Но что и требовалось доказать, больше ли равно или равно, это слава богу. Нашли. Понятно? Ну, с картинкой должно быть понятно. Так, на этом мы с вами рассмотрели только один случай, когда S не превосходит вот этой целой части n на k. Кстати, а зачем я это использовал? Чтобы влезло. Совершенно верно. Если бы не было выполнено вот это неравенство, а фиг бы мы с вами вот эти вот сосиски уместили в кастрюлю так, они бы завернулись там как-то. Навалились друг на друга. Понимаете, да, что они вмещаются ровно за счет этого неравенства? Все понимают? Так. Ну давайте рассмотрим второй случай. Второй случай – это когда S больше, чем целая часть от N на K. Тогда мы хотим доказать, что найдется M, такая, что tau от M больше не равняется целая часть от N на K, потому что теперь минимум достигается на этой величине. А это как доказать? Вот что-нибудь понимаете? На самом деле вот это в чистом виде доказательство утверждения 2. Ну, давайте выкладывать ту же самую гирлянду сосисок. Сколько сосисок мы можем уложить как максимум? Нет, S у нас как раз большое. S, черт знает, оно может быть очень большим. Но сколько сосисок, длины k каждая, мы точно уместим вот в это r. Сколько множеств, скажем, размера 5 можно уложить в множестве размера 97? Сколько множеств размера 5 последовательно можно друг за дружкой уложить в множестве размера 97? 19, правильно? Что такое 19? Это 97 поделить на 5. И взять целую часть, нет разве? Но в наших абстрактных терминах сколько можно уложить сосиски? N на K, конечно. Мы всегда можем уложить целую часть от N на K множеств. Вот столько множеств мы можем расположить просто в виде гирлянды сосисок. Они заведомо вот так вот в линеечку уложатся. Понятно? Так, но нам-то нужно S множество, а S больше, чем 1 на k, по условию.
Вы помните, когда мы 18 множеств строили, а вместо этого взяли только 4? Нас же это не заботит. Потому что вот уже у этих ребят какое тау? Вот у этих ребят какое тау? Гирлянда. Целая часть НК, правильно? Целая часть НК. Сколько надо? Нам, конечно, нужны S множество, которое больше. Но накидаем любые множества так, чтобы их было S. Тау от этого только увеличиться может. Потому что никак не уменьшится. Понимаете? Все, вот сюда добавим какие угодно множества. Там M с индексом целая часть N на K плюс 1 и так далее, M с индексом S. Какими бы они ни были, тау все равно будет не меньше, чем вот эта величина. И все. Теорему мы доказали. Потому что мы построили совокупность, у которой тау от m больше равняется этой величине. Ну как, лошадь? Жива? Ты жива еще, моя лошадка? Ой. Так. Ну, я думаю, что надо подходить к последней части лекции. Ну или, вернее, предпоследний, потому что я все-таки еще пока понимаю, что происходит. Слушайте, мы же нигде, когда получали верхние оценки, нигде не задействовали жадный алгоритм. А ведь какой он был хороший? Ну какой он был хороший? Он давал почти правильную оценку, а может и правильную даже. Интрига. Может, он давал правильную оценку. А где вы здесь видели жадный алгоритм? Не помните, да? Вот я тоже не помню. Все было тривиально, надо применить жадный алгоритм. Так. Ну давайте я попробую чуть-чуть порассуждать, а там видно будет, до чего мы доживем. Тут были люди, которые сказали, что знают, что такое логарифмы. Может быть, им повезет. Значит, смотрите, у меня замысел такой. Я не хочу формулировать точное утверждение теоремы, которую можно сейчас доказать. Потому что если я его сформулирую, вы мне сразу скажете, что лошадь отправилась к праотцам. Поэтому я немножко порассуждаю, попривожу вам идеи с помощью жадного алгоритма, как можно оценивать в общем случае минимальную сом. А потом в конце скажу. Но вот если провести эти рассуждения, то бац, и получится такая оценка. Вот тут лошадь сдохнет, но это уже будет в самом конце. И я думаю, я таким образом добьюсь идеального успеха. Так вот, давайте рассуждать. Нам дана какая-то совокупность тем, состоящая из S множеств, каждая из которых состоит собой из K элементов и находится внутри R. Ну, то есть нам дана какая-то совокупность, как мы говорили, с параметрами NSK. Как бы нам набрать поменьше сот для нее, если действовать с помощью жадного алгоритма? Давайте попробуем реализовать жадный алгоритм в общем случае. Что это значит? Помните, что мы делали сначала? Мы брали самого умного человека. А что теперь надо сделать? Надо тоже взять самого умного человека, если говорить в таких олимпиадных терминах, да? Ну а в абстрактных терминах надо взять элемент вот отсюда, человека, да? Который принадлежит самому большому количеству множеств отсюда. У меня на этот счет тоже есть сосисочная интерпретация. Чтобы всем совсем все стало понятно. Вот есть у нас такая кастрюлька, у которой основание имеет длину n. Вот это вот Rn, это основание этой кастрюльки, как всегда. И в этой кастрюльке живут вот эти вот сосиски. m1, m2 и так далее, m с индексом s.
Вот наш сосиски. Знаете, что надо сделать, чтобы жадным образом выбрать наилучшего представителя первого? Надо взять шампур. Надо взять шампур и начать тыкать внутрь этой кастрюли. Вот в тот момент, когда вы насадите на шампур самое большое количество сосисок, вы победили. Вы нашли того представителя, которого надо брать на первую позицию. Ну сейчас понятно? Вот. Значит, давайте назовем первого представителя И1. Это будет тот самый элемент, на который накалывается больше всего сосисок. Давайте обозначим через R1. Не путать, пожалуйста, с Ч1. Помните, был Ч1? Человек с номером 1 – это R1. R латинское. Так, давайте обозначим через R1 число сосисок, насажено на вот этот самый жадный шампур. Насаженных на шампур И1. Понятно, да? Я утверждаю, что R1 заведомо не меньше, чем SK поделить на R. Узнаете? Помните, 18 умножить на 5 поделить на 20. Это тот же самый принцип Дирихле. Нужно его пояснять? Абсолютно то же самое рассуждение. Самый жирный элемент заведомо покрывает не меньше, чем столько множеств. Ну вот смотрите, когда мы выбрали этого самого жадного парня, самый жадный шампур, он покрыл по крайней мере столько множеств отсюда. Да? Ну значит, сколько нам множеств еще осталось покрыть? Ну давайте я прямо напишу. Нам осталось покрыть S1 множеств. Сейчас я скажу, что это такое. Где S1 это просто исходное S, количество всех множеств, которые были в начале, минус R1. Мы R1 множеств покрыли. Всего было S множеств. Значит, не покрыто не осталось вот столько. Ну правда же? Совершенно ясно. Так, теперь внимание, а сколько у нас осталось шампуров, так сказать? Сколько осталось людей, которых можно задействовать? Правильно, у нас осталось N-1 шампуров. Осталось N-1 шампуров. Ну а вот эти вот множества, которые еще не покрыты здесь, которых S одна штука, они все по-прежнему K-элементы. Как будем действовать дальше? Возьмем следующий по жирности шампур. Давайте назовем его И2. Это будет следующий по жирности шампур. И количество сосисок, которые на него наколоты, мы обозначим, соответственно, через R2. Ну, тоже понятно, да? Так, ну-ка скажите мне, как оценивается снизу величина R2? S1 что? К? На N-1, совершенно верно, правда? Очевидно, то же самое. Так, а теперь сколько множеств нам осталось покрыть? Осталось покрыть S2 множеств, где S2 это просто S1 минус R2. Верно? Очевидно же. И так далее. Давайте предположим, что мы сделали некоторое количество шагов этой жадной процедуры, обозначим это количество через N большое. Ну вот мы каждый раз накалываем на самый жирный шампунь. И вот выбрали N большое таких шампуров.
Непонятно, что такое большое, но вот сколько-то шагов этой процедуры мы сделали. Понимаете, да? Как обозначается в наших терминах количество множеств, которое осталось представить после этих n больших шагов? Смотрите, после двух шагов осталось s2 множества. Ну, sn, конечно. Ну, вы видите, как все просто. Сейчас мы все напишем. У нас осталось sn множество, которое все еще предстоит представить. Плохо, да? Нормально. Нормально? Так, что такое sn, если писать вот так? Sn минус 1, да? И из этого мы считаем rn. R с инверсом n. Успеваете? Ой, конечно, n большой, извините. N большой. Спасибо, видите, успеваете, значит. Так. А как у нас оценивается R с индексом n большое? Смотрите, на R1, на R2. Как по аналогии оценивается R с индексом n большое? SK, SN, SN минус 1, на K. На что поделить? N маленькое минус n большое плюс 1. Верно? Успеваете понять, почему? Видите, вот здесь было n минус 1, когда тут была двоечка. Когда тут была единичка, тут стояла просто n. Ну а при n большом здесь стоит n минус n большое плюс 1. Очень просто. Так, посмотрите, rn больше или равно вот этого, да? А оно здесь стоит со знаком минус. Значит, это не превосходит sn минус 1 минус sn минус 1k поделить на n минус n плюс 1. Ну это ясно. Ясно? Или не ясно? Что, отрубились, да? Выносим sn минус 1 за скобочку. Там остается 1 минус k поделить на n минус n плюс 1. Ну это, по-моему, тоже понятно совершенно. Ну смотрите, это мы только что вот так sn оценили. Ну давайте точно так же оценим sn минус 1. Как оно оценится тогда? Точно так же, да, смотрите, оно оценится вот так. Как sn минус 2 умножить на скобку 1 минус k на n минус n. На n минус n, да. И на 1 минус k на n минус n плюс 1. Понятно, почему такая скобка вылезла? Или написать подробно? Ну, то же самое абсолютно рассуждение. Мы пользуемся оценкой теперь уже rn минус 1. И она оценивается вот так. Нет, нет, там другой, там плюс 2 еще. Ой, плюс 2, конечно, да, спасибо, ой. Вот здесь, конечно, n минус n плюс 2. Правильно, правильно. Забыл прибавить долю. Точно так же, как здесь. То же самое, в точности. И так далее. Применяем это неравенство много-много раз. В конце мы получаем просто S. Когда мы понижаем вот этот индекс, в конце мы получаем просто исходное количество множеств нашей совокупности. И это S мы умножаем на такое произведение скобок. Получается 1 минус K поделить на N. 1 минус K поделить на N плюс 1. Умножить и так далее. Умножить на 1 минус k на n. Сейчас, опять неправильно пишу. Сейчас. На n минус 1, да? N минус 1. Да, на n минус 1. А здесь n минус n плюс 1. Я думаю, что лошадь Пола мертва, но еще жива. Скоро я забью гвоздик в крышку гроба.
Но пока должно быть понятно. Смотрите, сейчас будет совсем понятно. N минус 1. Оно же меньше, чем n, правильно? Значит, k, деленное на n минус 1, больше, чем k, деленное на n. А со знаком минус опять меньше. И то же самое верно для, например, вот этой скобки. Значит, все будет меньше, чем s на 1 минус k на n. И все это в степени количества скобок. Сколько у нас скобок? N большое. Так вот. Вот сейчас будет гвоздик. Если выбрать n большое равным, внимание, целая часть, это гвоздик, вот такой величины, n на k, логарифм натуральный s k на n, плюс 1, что бы это ни значило, но если знаете, что такое логарифм, то можете радоваться своему знанию. Иначе можете радоваться тому, что вам еще предстоит такое прекрасное дело узнать. То есть радоваться надо в любом случае. Вот если взять n большое вот таким вот, тогда вот это произведение s на 1 минус k на n в степени n большое после несложных выкладок, которые я, пожалуй, опущу, оказывается непревосходящим n поделить на k. Вот это можно доказать, пользуясь этой формулой. А тогда знаете, в чем радость? Радость вот в чем. Мы набрали вот столько элементов в со. И после того, как столько элементов мы набрали, осталось не более чем столько непредставленных множеств. Не более чем столько. Отсюда следует, что тау от n не превосходит n на k логарифм с k на n. Плюс 1 и плюс n на k. Ну, потому что те множества, которые остались непредставленными, мы вполне можем по отдельности представить вот таким количеством элементов. Вот какая оценка получилась, круто. Вот это называется теорема 3. Она утверждает, на самом деле, если быть аккуратным, что tau от n превосходит такой штуке. Максимум из n на k, n на k логарифм с k на n. К этому всему прибавляется n на k, и к этому всему прибавляется единица, что бы это ни значило. Я считаю, что вот на этой катарсисной ноте, даже если не все было под конец понятно, надо просто закончить. Вот. А вы, во-первых, подумайте над интригой, а во-вторых, если вдруг что-то здесь еще осталось непонятно, ну то есть в том месте, где еще была надежда понять что-то, пожалуйста, подходите и задавайте вопросы. А так на сегодня все. Спасибо.